После непродолжительной оттепели, когда столбики термометров поднимались аж до плюс 1 градуса, в Тверской области вернулась настоящая январская погода. По прогнозам синоптиков, на протяжении всей рабочей недели в регионе будет наблюдаться устойчивый минус, а также обильные снежные осадки. Словом, условия как нельзя лучше подходят для активного отдыха на свежем воздухе. К примеру, для катания на коньках. Наша съемочная группа посетила самые популярные катки столицы Верхневолжья. Тему продолжит наш корреспондент. В понедельник утром на катке, который залит на площади Славы областной столицы, никого. То ли время для активного отдыха еще раннее, то ли погода слегка отпугнула горожан от вылазок на улицу. С самого утра Тверь обильно посыпает снегом, а потому из всех посетителей катка лишь одинокий тракторист, который чистит лед от плотного слоя снега. Каток здесь, в самом центре города, начал работать в декабре, и в выходные дни, пожалуй, именно он является самым популярным у горожан. Впрочем, открыты катки и в других районах города. В Твери покататься на коньках можно у Тверского областного ипподрома, у ФОКа имени Султана Ахмерова, на площади Славы, в Бабачевской роще и Парке Победы, возле ТРЦ «Рубин-2» и «Декатлона», у СК «Планета» и Дворца творчества детей и молодежи. Катки оборудованы всей необходимой инфраструктурой, пунктами проката коньков, раздевалками и системами освещения. Также в городе залиты корты и на дворовых территориях, где покататься можно бесплатно. В частности, катки расположены у спортивной школы «Лидер» и Дворца культуры «Затверецкий» на улице Марии Смирновой, у дома номер 5, на улице Луначарского, рядом с домами 26 и 34, у дома номер 52 по улице Паши Савельевой. Словом, можно говорить о том, что городские власти попытались учесть интересы жителей всех районов Твери. Однако, как выяснилось, угодить каждому все же не удалось. К примеру, сильно огорчены жители Пролетарского района тем, что на протяжении последних 2 лет не заливается каток в парке текстильщиков. Мы с детства, я здесь выросла, и ходили на этот каток. Парк был изумительный. Там каток был очень хороший, нас устраивало. Там и раздевалка была, катки на прокат давали, музыка играла. То есть все было прекрасно. Однако сейчас единственный лед для катания в Пролетарском районе Твери залит возле ТРЦ «Рубин-2». Да, для посетителей крупных торговых центров место доступное. Однако что делать тем, кто живет в Первомайском микрорайоне или в Мигалово? Долгое время для них именно парк текстильщиков был местом притяжения для активного семейного отдыха. Ситуация изменилась в тот момент, когда на текстильщики уложили новый газон и стадион отдали в распоряжение тверским футболистам. Если в теплое время года здесь на текстильщике свои тренировки проводят футбольный клуб «Тверь», о чем мы не раз рассказывали нашим телезрителям, то зимой эта территория представляется абсолютно безжизненной. Здесь можно встретить разве что от силы 2-3 любителей заниматься спортом на свежем воздухе. Но что мешает городским властям выделить хотя бы небольшой участок под каток на достаточно большой территории парка, вопрос открытый. И до тех пор, пока он не решится, жителям Пролетарского района, судя по всему, придется искать места для катания в других районах города. К примеру, на карьерах, которые, к слову, пользуются большой популярностью у любителей активного отдыха в это время года. Вот только безопасность этого места оставляет желать лучшего. В минувшие выходные в сети появилось вот это видео, на котором видно, как по льду катаются любители отправить свою машину в управляемый занос. И все бы ничего, только поблизости кто-то катается на коньках, а кто-то на ватрушках. И кажется, от трагедии в подобных случаях могут отделять считанные мгновения или сантиметры.